Общественная палата региона проведет опрос среди жителей Засвияжского района относительно строительства храма Александра Невского. Социологическое исследование организуют методом интервью в форме поквартирного анонимного опроса жителей, проживающих рядом от предполагаемого строительства. Мы предполагаем опросить 500 человек. Ну, такое количество для одной небольшой территории позволяет выявить именно объективное мнение. Репрезентативных выборки достаточные для такого количества жителей и для такой территории. Мы предполагаем провести социологический опрос путем поквартирного обхода, то есть будут заходить именно в квартиры жителей. И для удобства жителей мы проведем это в субботу-воскресенье, 18-19 мая, и преимущественно ближе к вечернему времени для того, чтобы все были дома. Напомним, в СМИ стали появляться сообщения о возможных акциях протеста против строительства храма Александра Невского в Засвияжском районе Ульяновска. В связи с этим Симбирская епархия выступила с официальным заявлением, в котором сообщила, что данные о строительстве храма на улице 50 лет ВЛКСМ не соответствуют действительности.